В лабораторию прямиком из морского путешествия длиной в 26 дней. Эти емкости побывали на борту научно-исследовательского судна «Профессор Воденицкий». Отправлялись пустыми, обратно вернулись заполненными. Там внутри личинки и икра черноморских рыб, пробы, собранные учеными. 121-й рейс совпал с периодом размножения некоторых видов. Например, у шпротов, привыкших к холодной погоде, он уже заканчивался, а у теплолюбивых камбал только начинался. Проследить, как проходит нерест, и предположить, каким в ближайшие годы будет улов – одна из целей экспедиции. В лаборатории полученные пробы просматривают под бинокуляром. Далее мы определяем видовой состав икры и личинок рыб. После этого рассчитываем их численность. И так как наши исследования проводятся регулярно, то по полученным данным можно будет дать прогноз будущего улова. Лабораторные исследования только начались. Какая рыба расплодилась больше остальных, делать выводы рано. Еще одна задача, стоявшая перед учеными – выяснить, на какой глубине обитают те или иные представители планктона. Дрейфующие в толще воды живые организмы вылавливали специальными приспособлениями. У меня в руках одно из орудий лова, с помощью которого во время экспедиции ученые с поверхности воды вылавливали крупный планктон. Это сачок с 4-метровой выдвижной ручкой. В него попадались медузы и грибневики. Когда нам нужно узнать, какие живые объекты обитают у нас, планктонные, фитопланктонные, на какой-то глубине, мы используем такой прибор, который называется батометр. Он из себя представляет такую полую трубку с двумя крышками. Мы вывешиваем этот прибор на нужную глубину, и с помощью специального груза, который мы посылаем по тросу, происходит закрытие этого батометра. Вода с пробой остается внутри. Для дальнейших исследований батометр поднимают на поверхность. Материалы, с которыми еще предстоит поработать, из экспедиции привез каждый участник. Запускали сети, отбирали пробы воды, это поднимали на борт гидрологический зонд. С батометров этого зонда набирали воду для исследования загрязнения на тяжелые металлы и радионуклиды. Отбирали пробы донных отложений для исследования содержания в них ртути, метана. В рейсе наблюдали за дельфинами, оценивали, хватает ли рыбам питания, проводили микробиологические исследования бактерий, поглощающих углеводороды нефти. В следующий поход на Воденицком ученые отправятся летом, а значит, путешествие по Черному морю продолжится. Анастасия Синица, Деливер Меджитов, новости Севастополя.